Привет, друзья! Сегодня вкусные крылышки. Для маринада соевый соус, горчица, кетчуп, чеснок, черный перец, острый перец, растительное масло. Перемешаем. Чуть не забыл самое главное, мед. Заливаем крылышки. Перемешиваем. Оставляем мариноваться минимум на 1 час. Отправляем в духовку 180-200 градусов на 35-40 минут. Через 25 минут переворачиваем на другую сторону и смазываем оставшимся маринадом. Кетчуп, чеснок, укроп. Перемешиваем. Крылышки готовы. Вот такие вот аппетитные, красивые. Заливаем соусом, накрываем и перемешиваем. Готово. Попробуйте, это очень вкусно. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Пишите комментарии, делитесь. Всем мира, добра, удачи. Пока.